знаешь ты, на лугу растут цветы. Я ли на свете всех красивей? Этот вопрос волнует и девочек, и женщин. Дух соревновательности захватывает всех, независимо от возраста. В конкурсе красоты для девочек мини-мисс Татарстан принимает участие юные создания от 5 до 12 лет. К подобным состязаниям до сих пор неоднозначное отношение. Не калечат ли они детскую психику? Нет, если в центре внимания жюри творческие способности маленьких граций. Четверо из участниц – финалистки, потому что они стали победительницами зональных конкурсов и отборочных туров. Девочки демонстрировали жюри свои таланты в пении, танцах, знаниях, традиций своего народа. Мы каждый год делаем по-разному, интересно и с участием интересных творческих коллективов. И в этом году, конечно же, финал состоится 16 мая в филармонии, и мы готовим интересное зрелище. Участницы конкурса «Мини-мисс Татарстан» ежегодно побеждают в самых престижных российских и международных проектах. А в этом году у них появилась еще одна возможность. Поскольку каналы «Шаян ТВ» и «ТНВ» являются организаторами и партнерами конкурса «Мини-мисс Татарстан», мне, как представителю телеканала, очень приятно оценивать молодежь, которая, я думаю, что в дальнейшем с гордостью представит Республику Татарстан на всероссийских и международных конкурсах красоты и таланта. И, возможно, некоторые из них станут ведущими и лицами нового канала «Шаян ТВ». Каждая финалистка конкурса «Мини-мисс Татарстан» – это настоящая маленькая леди, воспитанная, талантливая и обаятельная. Здесь девочки шаг за шагом овладевают навыками модели, поэтому каждый год жюри становится все сложнее выбирать самых достойных.